Христос воскресе! Праздник Пасхи, и, естественно, мы будем говорить о Христе как о победителе смерти. Побеждена ли она, и в чем эта победа? А самое главное, почему апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна и напрасна? Поговорим об этом в нашей передаче «Просто о вере» на телеканале «Самара ГИС» в понедельник в 7:30 вечера.